Защита Павла Гриба обжаловала приговор украинцу. Адвокаты осужденного в Ростове-на-Дону за якобы содействие терроризму украинский Павла Гриба обжаловали приговор. Защита гражданина Украины Павла Гриба, осужденного в российском Ростове-на-Дону за якобы содействие терроризму, подала жалобу на приговор. Об этом заявила адвокат Марина Дубровина, сообщает в понедельник, 8 апреля, РИА Новости. «Я уже отправила жалобу в суд. Павел до 12 апреля ее подготовит и тоже подаст свою жалобу», отметила она. По информации пресс-секретаря Северо-Кавказского окружного военного суда РФ Елены Катькала, в канцелярию жалоба защиты еще не поступила. Напомним, российский суд 22 марта приговорил Гриба к 6 годам колонии общего режима по обвинению в пособничестве терроризму. После оглашения приговора Дубровина сообщила журналистам о намерении обжаловать приговор, добавив, что вероятность того, что объявил прокурор, под большим вопросом. МИД Украины также выразил протест России в связи с решением суда по данному делу и требует немедленно отменить незаконный приговор по делу Павла Гриба, предоставить постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение в Украину. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.korrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.